Всем привет! Случилась у меня беда. У меня вот две прививочки были из Таиланда. И вот только сегодня заметила, что у меня прививочка вот здесь, вот видите, стала подгнивать. Я сейчас попробую реанимировать его. Я сейчас полностью вот это вот срежу и засыплю углем активированным. Попробую, постараюсь спасти растение. Сейчас я его вытащу полностью из грунта и буду пробовать спасти. Я его, главное, сейчас только полила. Я просто не знала, что беда такая у нас произошла. Сейчас я сниму ему. Как же так получилось? У него, главное, каудекс внизу хороший. Ну, конечно, вот корни почему-то плохо нарастают. Вот одна прививка хорошая, а вот это вот как-то вот... Вот это место, главное, все вообще прекрасное. И, главное, гнить стало вот здесь. Я первый раз с этим сталкиваюсь. Сейчас я одену перчаточки. Ну, вот одела я перчатки. Приготовила нож. Обработала его спиртом. Так, и сейчас я буду его резать. Так, вот здесь же прививочки у меня. И мне нужно, боюсь, как же даже его не знаю. Ох, сейчас попробую. Вот видите, что? Вот видите? Ох, дело плохи, дела плохи совсем. Гниль прям туда ушла далеко. Я боюсь, что его придется прививки эти перевить. Да, вот видите, что я вот столько вырезала, вот здесь уже тонкая такая часть осталась. Я вот думаю, сейчас я вот так вот его обрежу и привью его пониже, то есть это получится где-то, сейчас попробую еще, конечно. Нет, совсем гниль туда вот вообще как стержень такой пошел. Придется, наверное, вот так вот резать его. Вот, видите? Еще придется отрезать. Вот нужно отрезать так, чтобы места не было гнили. Совсем это растение. Я, конечно, постараюсь его спасти. Жалко, конечно. Жалко, конечно. Угу. И здесь-то это пошла. Вот видите, тоже черная такая. Вот это тоже все нужно убирать. А оно прям туда идет и все. Этот сорт такой красивый я заказывала. Конечно, хочется же мне его сохранить. А она прям, смотрите, я уже сколько срезала. Уже вот эта скоро веточка у меня просто держаться, видите, не будет. Я не могу убрать вот эту гниль. Придется, наверное, вот так вот ее срезать даже. Вот так. Вот. Еще. Вот, все. Это сорт у меня. Хороший очень сорт.
Сейчас я его попробую, наверное, привить на другое растение, чтобы сохранить сорт адениума. Как же жалко, как же жалко. Хочется, конечно, и спасти вот это растение. Сейчас попробую еще его обрезать. Вот видите, сколько уже обрезала, и вот это вот идет гниль. Я думаю, где-то внутреннее загнивание пошло. Главное, каудекс весь хороший, белый. А вот пошло, видимо, от прививки. И я вот понять не могу, почему, как оно пошло от прививки загнивания. Первый раз я с таким, конечно, сталкиваюсь. Ну что ж, и такое бывает, конечно. Ну, я вот все-таки подозреваю, что прививку в Таиланде сделали не очень качественно. Ну, где-то что-то вот как что попало, видимо, и оттуда пошла вот эта вот бактерия и загнивание. В общем, что у меня сейчас получилось? Я вот сортовой вот этот вот адениум прививочка, которая была привита на нем, я ее срезала, вот она здесь чистенькая, без всяких краплений гнили, ничего не осталось. Я хочу на свой вот, ну, двухгодовалый почти вот адениум у меня, им в сентябре вот 2 года ему будет, я хочу вот на него привить вот эту вот рогаточку. Вот, вот это вот я привью сюда, прививку сделаю. А вот что с этим растением, я не знаю, что делать. У него вот здесь вот черненькое еще есть. Здесь я уже посмотрела, все хорошо. Вот я не вижу вообще, вот, чтобы вот именно отсюда гниль-то пошла. Все-таки я думаю, что гниль сверху. Вот здесь вот еще нет. Думаю, все-таки просто вот здесь вот у него тоже какой-то, ну, белый, в общем-то. Сейчас попробую еще вот здесь срезать. Чуть-чуть. Сейчас попробую еще у него срезать чуть-чуть. Но мне не нравятся вот эти пятнышки. Я уже не знаю даже, что делать. Еще раз срезать. Пойму, докуда. Ага, вот, все, поняла. Вот, я все-таки добралась до светлого. Вот. Я его, конечно, искромсала всего. Не пойму я. Ладно, еще вот так вот срежу. Вот видите, что делать, не знаю. Так я поздно заметила, конечно. Ну вот попробую сейчас вот это углом еще вот так вот. Не знаю даже, что мне с ним делать, честно говоря. Если можно попробовать его оставить сейчас как есть и на выживание. Если оно само сможет справиться с этим. А большой очаг я убрала же, в принципе. Сейчас присыплю все это углем.
Ну вот здесь вот мне вот не нравится. Вообще не нравится. Туда поглубже, что ли? В общем, я как могла ему вырезала и хочу засыпать его активированным углем. Прямо так вот всего. Вот. Полностью всю рану засыпать активированным углем. И хочу посадить его прям, знаете, вот такой вот маленький прям горшочек. Так, сейчас я туда положила уже ему керамзит. И такая не совсем сухая почва. Я хочу его вот так вот садить. Но это сейчас полностью на усмотрение этого растения. Сможет он побороться? Я, в принципе, большую часть-то всего убрала, а там вот не пойму. Ну, посмотрим, что будет. Жалко его, конечно. Может быть, удастся мне его как-то реанимировать. Ну вот что у меня получилось. Ну вот если он поборет вот болезнь, да, эту, у него в принципе здесь вот он найдет, где выпустить почки. Главное, что корешочки вроде бы у него там хорошие. Но сейчас я привью вот этих вот сортовых вот этих вот остатки, что осталось на своего вот этого адениума. Он у меня молодой, в сентябре 2 года будет. Ну что, поехали. Я хочу вот на эту веточку прямо его привить. Сейчас очень быстро просто ему срежу. Салфеткой промокну, ну хотя бы, так, сейчас я просто примерю, это как-то вот так вот будет, ну должно получиться неплохо, эти листочки нужно убрать будет, так, 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 угу. Сейчас я здесь еще материал вот этот вот тоже срежу, чтобы был вот так вот. Угу. Вот так. Еще здесь. Сейчас главное хорошо это все притянуть, прививочку. Я буду работать с фул лентой. Я хочу, знаете, вот так вот прям пропустить ее. Мне же нужно ее сверху придавить. Я хочу вот так вот, вот. Прям хорошо ее вот так притянуть, насколько хватает сил. И вот так вот ее обвить. Вот так. В прививках самое главное – это стяжка. Еще раз перекину сверху. Сверху. Так, сейчас я это обрежу. Так вот еще.
хочу еще раз сверху ее подтянуть. Так, прям вот к низу ее прям надо очень хорошо прям притянуть. Вроде бы все хорошо стянуло. Ну вот, вроде бы стянуло хорошо. Сейчас найду пакетик и вот это место прививочки одену в пакетик. Ну вот, нашла вот такой пакетик. Сейчас я это все полностью вот так вот пакетиком. Ну, думаю, все будет хорошо. Еще зацветет по сорту. Ну, здесь у меня получается теперь на этом адениуме два сорта. То есть вот сорт вот этот у нас Pink Panther. Вот, я могу даже его вот так вот сюда сделать, чтобы не потерялось это. А вот это вот родного растения сорт, к сожалению, у меня утерян. Я уже много раз говорила про это. Ну вот, это будет сюрпризом просто, как он зацветет. Ну вот, что получилось. Буду вас держать в курсе, что у меня и как. Увидимся в следующем видео.